У меня голуби ходят по земле и что-то выбирают. А я в окно смотрю. Такая радость. Вот они как только услышат мой голос, сразу бегут ко мне все. Ой-ой-ой. Из-за угла снимаю, главное. И даже это, гули мои гули. Да пришли хорошие мои гуленьки. Давайте, давайте. Гули-гули-гули-гули-гули-гули-гули-гули. Ну-ка. Гули-гули-гули-гули-гули-гули-гули. Вот они где пришли. Они. Гули-гули-гули-гули-гули-гули-гули-гули. В окно смотрел. Голубку гоняет, это значит все уже. Она его отделила ее и на гнездо гонит. Вот они еще откуда. Там еще один. Гули-гули-гули. Да какие мои гуленькие они тут. Да рядышком со мной. Вот они какие. Да и там вон где. Так это еще что? Крышу всегда улепят. Вон откуда подлетают. Ну. Вот они, гули мои, гули. Да вот они, замечательные мои гули. Сегодня 2 мая. А вот эта зима у меня жила, пьет, которая. Я ее пометил. Вон на ножке у нее видно пришитая. Вот. Пьют воду. А пьют как лошади, не как курица голову поднимает. Ткнет и сразу накачала, и все. Во. Пестренький голубь прилетел какой-то сегодня. Видно, клюв короткий вот этот вот. Это не мой. Первый раз вижу. Уже сколько раз так было. Где-то летает и к моим пристанут. Вот, а это вот два черныша, это дикари. И голуби перестали болеть вертлячкой. Вот они где. А это третий какой-то подошел. Кабы не Игорь Барабаш, ничего бы тут не удержал. Вот они где. Да какие гули хорошие, гоняет ее голубку. Это значит, он ее на гнездо гонит. Клюет, клюет как будто бы. На самом деле это для виду. Ну, так... Это такая любовь, говорит, между голубями. Все на, только на таких подтыкушках. А вот и хвостик какой он. Я тоже не видал такой. Это тоже, может, залетное. А может и нет. Поблек на солнышке. Вот он отдельно стоит. Будет он ко мне залетать? Нет. Видно, клюв короткий. А ни обножки нет, ничего. Пестренький. Вот они где, голубки мои. И вот сижу дома, занимаюсь, что-то готовлю, сейчас ужин. А все, передо мной голуби. Вот так. Ой, увидала, пошла. Голуби сразу испугались. И вот она сейчас пошла. Кошки пытаются ловить. Вот согнулась. Это она уже... Пригнулась, чтобы поймать. Кошки, кошка рядом, они не подходят. Она маленечко подальше отходит. Но если она прыгнет, она пошла туда. Нет, ловить не будет, видно, уже не до этого, неохота ей. Вот она какие. Все. Сейчас сегодня покажу. Привезли примерно 1475 килограмм книжной и плакатной продукции. Это я иду к себе на склад. Привезли ребята на 3 машинах. Вот оно все как. Вот. Какие лежат тут и... Библии привезли сколько. И здесь тоже. Я не знаю, видно или нет. Один плакат, он вот какой. Как это плакатный. Так, раз. 60 сантиметров на 40. 60 на 40. Ну и вот здесь пачка, метр высоты. И здесь разные. Вот эти вот все. Это все бесплатно кто-то дает. И что здесь? Здесь какие-то главные характер, надежность. Много всего привезли, много. Посчитали так, примерно это.
Теперь только думаем, куда раздать тоже. Даром получили, даром отдать. Вот они, голуби. Все, и этот ходит среди них, что-то ищет. Видно, туда еще не залетал. Согнулся, видно, где-то был долго. К ним будет. Теперь он, смотри, среди моих голубей будет. А я не смотрю, кто на ком женится. А это кошка, привезли колбасы сегодня. Вот сейчас кошек кормить надо колбасой. Вот. Вот показать сегодня, сколько Библии привезли. Хорошая новая Библия. Библия это протестантского происхождения. Вот они, Библии. Новенькие лежат. Это я взял рядом сколько. Ну и там больше. Склад целый унесли. В храме раздавать надо будет. Какая жизнь верующего человека интересная. У неверующего ничего этого нет. Нет ни уважения к книгам. А уж про голубей говорить не буду. Вот. Сегодня еще... А что делать-то? Вот сегодня сейчас приготовил ужин. Показываю, тарелка. Вот, нажарил вот полная тарелка. И что это у меня тут такое сегодня? Так это сегодня у меня не картошка, нет. Лук, это я не делал, а тут привезли много лука. Когда уже закончил, тогда масло налил, вода. Ну, тут большие луковицы были. Это мне хватит на несколько дней теперь. Вот так. Все.